Перископ майки.орг. Заходи на страницу, не пожалеешь, бро. Тут толстовки, костюмы, шапки, футболки, одежды с огромным каталогом принтов. Выражай себя в принтах и дари подарки близким. Контроль качества, ты не будешь в зоне риска. Окей, ты еще не понял, заходи. Тут ссылка в описании, это лучший магазин. Бау. How about the whole gang get geeked? Hey. How about that? How about the whole gang get freaked? Hey. How about that? How about we run the whole thing? Yeah. How about that? Yeah. 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 Pull the thing. Pull the block. I'm with the thing. Нам выключают трансляции, что-то из-за музыки. Блокируют. Это просто, я говорю, мигасы, они иллюминаты, пацаны. Со всего бабло хотят рубить просто. Да, да, это самые лютые игры в мире. Привет, привет. Это Marvel или DC? DC. Кто угадает? Тому 100 гривен. Тому... Подарю футболку с росписью. Футболку с росписью или 50 евро выбираете? Кто угадает персонажа вот этого? В личку. Личнейший просто. Личный привет от Кизару. Может, девочки свои заказать? Я, короче, со всех террариум пытаются окурить. Змеи, да, окружают? Змеи окружают. Без обезбола делаем. Без обезбола. Как тебе без обезбола? Нормально, как всегда. Рэпер. С обезболом, у него свой обезбол тут. Калифорнийский ошейник. Соколиный глаз, говорит, что-то. Нет, нет. Больше на доктора Дума похоже. Все на себя сравнивают. Ну не, пацаны, нихуя. Только избранные знают этого. Нам нужно здесь сделать диджей Тиков челлендж снять. На диване на рэперском. Капюшон. Нет? Есть такой супергерой. Жень, вот, короче, вот так. Да, да, да. Мистер Кокаин. Мистер Кокаин. Знаете такого? Мистер Кокаин в капюшоне. Человек Кокаин. Человек Кокаин.
У капюшона стволы были, тут перчатка какая-то, плюс лицо другое. Это дядя Богдан из DC. На букву S, скажу, на букву S. Супергерой. Это что? Ты супергерой? Ой, блядь. Real talks. Это что, спермовэн? Главное, что не блокируют эфиры за ваши музыки. Почему моя игра не блокирует, а ваша игра не блокирует? Популярная? Да, очень. Популярная? Да, очень. Тачка Xeon FK Irons. Спектр. Кто это сказал? Вот этот вот пасык. Спектр, блядь, напиши мне в личку. Кто? Каюк 80-100. Все, выиграл футболку от Кизара. 50 евро или личный. 50 евро или... Либо, вот. либо полтинник, либо... Видишь, прилу футболку. Бля, нихуя, откуда ты прикинь. Знаешь? Прикинь. Малой. Лучший. Лучший. Малой лучший вообще. Напишешь ему. Откуда знаешь, что это вообще? Я тебе скажу. Расскажи мне, откуда ты знаешь такого супергероя? Может, нагуглила? Откуда узнал, парнишка? Нагуглил, наверное. Ты загуглил? Как он написал? Супергерои DC на букву S. Так это было? Ура, пишет. Ура. Парнишка, откуда узнал? Футбук, конечно, круче, футбол. Пиздец, нахуй твой. Знаешь, она на тебя здоровая не будет. А что говоришь, французскую футболку хочешь? Чё пишет, да, просто. Просто французскую футболку, да? Откуда ты его знаешь? А ну расскажи нам, супергероя вот этого. Откуда о Спектре узнал, парниша? Уже угадали. Да, уже. Уже все. Да. Давай евро пишет. Хорошо. Футболку не хочет, хочет евро. PayPal, говори свой. Скажи свой PayPal, да, это беру. Олег, почему его решил набить? Расскажи. Потому что он редкий. А этот пишет с мультфильмов. С каких мультфильмов? Есть только парочку мультиков про него. Тут задержка. Да, ну да, ну там как тут. Ну да, хуй его знает. Слышишь, это сейчас половина посмотрит. Он с моего. Пишет. PayPal. Да, хорошо. Скажи мне в личку, пускай напишет, а Кизе перешлю. Он же в истории, блядь, как он будет просматривать историю. Пускай мне в личное напишет. Личное сообщение. Скажет, что там по футболке выиграл, типа, и скинет всю хуйню. Ну, я думаю, он услышал. Олег, ты забиваешься только у этих ребят? Да, только у Ромика и у Сережи. Все, он напишет. Я с бабушкой говорю, кстати, будет там.
Что это, карди читают? Да. Дикая тёлка. Да. Для тёлки неплохо, да? Вообще, да, да. Да. Да, перерыл все комиксы, ничего не нашел, угадал кто? Да, уже все, пацаны, угадали. Вот это масть, пацаны! Все, пацаны, кушаем. Попозже чуть-чуть. Всем привет. Всем привет. Но качество требует времени. Yo, what's up, ребят? Это Спектр. Загуглите, кто не знает. Здесь у них студия тату. Ребята с Украины. Салам алейкум. Видите этого дядчика? Ребята спрашивают, сколько такая татуировка стоит где-то? 200 евро, пацаны. Вот, и вы можете приобрести и набить себе такую татуировку в Барселоне, когда будете. Либо нет. И все. Давай, может, с кем-то попробуем join the life, пообщаемся с людьми, спросим у него, кто самый pussy-ass рэпер в России сейчас. Сделаем опросик небольшой. Кто сейчас самый больше pussy-ass рэпер в России? Как думаете? Кто будет хуйню писать, сразу будет блокироваться, ребята предупреждают. Ганфлад, Лилёк, кто это? Не Ганфлад, но это мы знаем этого парня. Спектр вот в процессе завершения. Спасибо, пацаны, спасибо. А это Спектра батя. Батя Спектра. Да, я заебал. Бля, вы за... Бля, вы заебали спрашивать, что это татуировка, блядь. Каждый третий спрашивает, дебил это. Это Спектр, вот, смотрите. Который каждый заходит и спрашивает, что это татуировка, что это татуировка, блядь. Чё, ребята, забавляйте. За дорого, пацаны. Fuck the trap, we want that flash shit. We want that big stack shit, big money shit, you know? Big bag of loot.
Да в порядке, мне нравится. Вышел пище, чем на картинке. Как и всегда, в принципе. Привет, Баскет. Баскет Филмс. Йоу, Баскет Филмс, салют, one love, Игорь. Боск, бля, это боксер-школа Ирпеневская, нахуй убивают. Это... Спектр, потому что... Посмотрите мультик про Спектра. Поймете почему. Еще чуть-чуть. И потом кушать, пацаны. Ту-ту-ту. Опа, Белик. Белик пошел в бой. Братан, привет, Новосибирск. Кому? Новосибирск. Новосибирск, привет. Привет Татарстану. Ору. Татарстан. Бля, у меня как-то наушники упали, понял? И перестал работать один. Он уже под это перестал. Салют Татарстану, пацаны. One love. Гору. Боритесь, пацаны. Тебя оно хоть вычищивает, да? И это белое. Да. Ну, ты рисуешь белым. Да, добавили цвета немного. Чуть-чуть. Это белый цвет прям, да? Да. Я себе. Ты можешь даже на черном типе набить белую татуировку, и он станет белым типом. Все, пацаны. Закончили. По-моему. А сколько мы уже бьем? 3.5 часа. 3.5 часа, 4, по-моему. А может и 4. А может даже и 5, хуй его знает. 4.5 часа. 4.5 часа. После такого надо покушать и ложиться спать. Записывайся на сеанс, проходи, сделай. Да дреды давно надо сделать, Надя. Надо вот так, пацаны. Надо давно сделать, но я никак не могу дойти. Mm.
Все, ребят, давайте. Ха-ха-ха-ха!